Какая твоя работа? Ты вообще неизвестно кто. Ты неизвестно кто, да. Не видно кто. А нет такой полиции в Украине. В Конституции такого нет. Да, да, да. Нет такого. Не будет. Переворот устроили тут, ты смотри. Фунтово есть. Какой общественный порядок? Ты неизвестно кто. Ты киргизское даже вообще лицо. Ты вообще неизвестно кто. У нас только милиция есть. Полиции не было и нет. Все, да. Не надо провоцировать. Да, да. А ты в концлагерях еще остался. Это ее прайс. 1400. На 1400 пенсия. Вот, 30 лет. Что такое? Понял меня? Почему ты меня не пускаешь? Что тебе не нравится? Что ты там бабушку цепляешь? Она заработала. Что ты цепляешься? Охранила. Ты на бабушку нацепил ленточку. На себя нацепи. Вот это провокатор. Бабушку вытащи. Провокатор. Вот это провокатор. Мы нравимся. Отстань. Не можешь это говорить. Провокатор. Не деритесь! Что ты меня за руки хватаешь? Никто не хватает. Провоцируйте! Это провокация! Так. Салфетку. Снимите ленточку, идите ложите цветы, уважайте ваших предков, мы все их уважаем. А вы что тут нет брата? А вы смотрите на этом интернете? И зачем мы им автобус? А вы поедете, там не надо смотреть.